я обещал, я принес ему заседание другой комиссии. Так вот, там мне встретился очень необычный пациент. Это, он был ветераном войны. Вот, он мне в красках рассказал о психике движения сознательных отказчиков. Сейчас поясню, что это такое. Я это не вижу. Вот. Я считаю, что способен принести гораздо большую пользу, когда, если буду маршировать не по плацу, а по холлу больницы, например, помогать престарелым людям или попросту больным, вот, и нося при этом медицинский халат, а не военную форму. Тем более опыт в подобном виде работы у меня есть, опять же, справка о 167 часах волонтерства. Я на этом свой доклад закончил. Если у вас есть какие-то вопросы, я уверен, что есть, задавайте, пожалуйста. Дмитрий Алексеевич, да. У меня как у военного комиссара.